Всем привет, с вами Данёк и Талямба. Сегодня мы будем взрывать убойную силу против авокадо. Простите, что так долго не выходили видеоролики, я болел, не доверял Тохе камеру, у нас потом были соревнования по баскетболу. Может, вы увидите нашу игру по баскетболу как-нибудь в дальнейших выпусках, но сегодня мы будем снимать авокадо против убойной силы. Вот такие две жесткие штучки. Авокадо такое дешевенькое, мы решили, может, мы взорвем еще потом ананас и кокос. Ну, приступим. И вот мы начали делать это в авокадо, будем делать дырочку. Давай, Тохе, еще начинай. Как помните, он тыкву месил, может еще. Там еще, потому что косточка будет. Я заметил. Да-да-да, вот так вот у него. А потом, может, в конце ролика Тохич вам, Тохич продемонстрирует, вкусно ли оно или нет. Только хватит, не толкай больше, не толкай, не толкай. Ах, Тохич засанец. Ну вот такое у нас авокадо получилось. Сейчас мы начнем его бабахать. Да, да вы не ослышались. Мы его бабахнем вот этими спичками. Рекомендую. Посмотрите, что осталось от нашего авокадо. Тохич продемонстрировал. Здесь столько дыма от убойной силы. Возьми его. Дымящаяся косточка. Смотрите, какая большая косточка. Вот такая скользкая. Ты что, хочешь попробовать его? Нет. Ты хотел попробовать авокадо? Давай, приступай к работе. Газ будет действовать. Попробуй его. Ну и как тебе? Сладкая? Так еще не понравилось. Смотрите, просто здесь сколько ошметков, не знаю, видно ли вам. Только не трогай пока семечко. Вот смотрите, сколько здесь ошметков, пипец просто. Одни ошметки разлетелись. Ну и вот Тохич, который взорвал это все дело. Опасный. Он профессионал. Может... Что там, кстати, у тебя? А где косточка? Давай, доставай косточку. Я мою. Ну просто достань косточку. Может она... Блин, ребята, она такая тяжелая. Может, если мы... Может, мы в дальнейших выпусках попробуем взорвать его пятым или убойной силой. Вот эту косточку. Ну а сейчас... Мы покажем, куда отлетели все осколки. Вот это раз, потом отлетели туда два. Ну и все. В принципе, вот туда у нас отлетели. Да, не восьмой корсар. Итак, ребят, вот все, что осталось от авокадо, полная попа. Косточку Тоха все еще жует. Она очень понравилась ему. У нас будут ролики выходить через 3 дня, так как у нас не закончились еще соревнования по баскетболу. Может, в следующих влогах увидите, как мы играем с Тохой. Он меня будет снимать, потому что мы в разных командах против какой-нибудь школы. И покажем, как мы туда едем. Следующая битва будет против 88 школы. Следующее видео может будет, как мы покупаем Орбис, но это все будет в дальнейших влогах. И с вами был Данилка и Талямба. До скорых встреч, всем удачи, всем пока. Пока-пока, ставьте лайки. Подписывайтесь.